Матвей наш чемпион. Ультрасовременный, лучший во вселенной. Мы их порвем, девчонки. Все ради вас, лишь бы вы улыбались. Гол легко забьет для нас и покажет высший класс. Вы самые лучшие. Вау! Как ты научился этому финту? Долгие годы тренировки и немного моего таланта. Эй, подаван, воды принеси. Благодарю. Тоже мне звезда футбола. Да я такие финты в первом классе делал. Но никто передо мной не прыгал. Тимофей. Это для вас. Тимофей. Да чтоб тебя. Я уверена, что команда Тимофея победит завтра. Согласна, с такой-то поддержкой. Сегодня еще разок отрепетируем, и все пройдет идеально. Только давай это в школе сделаем, а то на улице как-то жарковато. Окей. Тим, мы в школу возвращаемся. Ты с нами? Да, погнали. Я уже закончил тренировку. Супер. Ненавижу. Нет. Вижу. Футболист чертов. Кирилл, а почему ты здесь? Разве вы не собирались на тренировку футбольной команды Тимофея? Смотреть, как девочки там пляшут, как дрессированные обезьянки. Почему же как обезьянки? Они поддерживают спорт, это похвально. Ага, как же. Тимофея они там поддерживают, а не спорт. Тимофей тоже человек, ему нужна поддержка. И вообще, мог бы хотя бы на меня глаза поднять. Зачем вам мои глаза? Вот если бы ноги были, как у футболиста, дал бы посмотреть. Спасибо. Обойдусь как-нибудь без твоих ног. Ладно, вижу, ты не в духе. Зайду позже. Подождите! Ирина Анатольевна, может, вы мне подскажете, что мне нужно сделать, чтобы девочки так же восхищенно на меня смотрели. Ой, Кирилл, для этого нужно много и хорошо учиться, быть примером для детей и любить свою профессию. Да я не о вас! Я о Тимофее, футболисте. Будем неладен. Девочки с него глаз не сводят. Ах, ты о нем. Ну, просто он лучший в своем деле. Вот ты, например, в чем лучше? Я Global в CSGO. Чего? Боюсь, этот навык девочки не оценят. Так что думай, Кирилл, думай. Я тебе об этом говорю каждый урок. Понятно. Короче, толку от вас ноль. Слова подбирай. Я тебе тут дельные советы даю. Неблагодарный. Ладно, сам разберусь. Маш, а пойдем вместе в буфет? Давай, я как раз проголодалась. А у меня после тренировки бицепсы требуют еду. Хочешь потрогать? Ого! Я думала, у футболистов только ноги сильные. А можно мне потрогать? Как же он достал! Ну так что, мы идем в буфет? Да-да, конечно. Ребят, вы идите, а я вас в классе подожду. Окей. Кирилл, ты здесь? Мы думали, куда ты пропал? Странно, что вы вообще мое отсутствие заметили. Ты чего такой злой? Ага, я, кажется, поняла. Потому что Маша с Тимофеем ушла в буфет. Скажу тебе по секрету, Кирилл. Поздно ты заволновался. В смысле? Я чего-то не знаю? Чушь, стой!
Алло, я с кем разговариваю? Кирилл, я не знаю, как ты этого не заметил, но Маша с Тимофеем стали чуть ли не лучшими друзьями. Как это? Когда? Почему? Что значит почему? Мы же стали группой поддержки его футбольной команды, общие интересы и все такое. А у нас что? Общих интересов не осталось? Не понимаю твоей истерики, но пусть себя общаются. На нашей с ней дружбе это никак не сказывается. Зато на моей сказывается. Ну ничего, я докажу, что именно я лучший. Надо было ничего ему не говорить. Ну все, я поел. Теперь я готов к новым победам. Уверена, у тебя их будет еще очень много. Кирилл, что-то случилось? Не, чувак, сорян. Мне только Маша нужна. У нас с ней приватный разговор. Тимофей, иди тогда в класс, я позже подойду. Кирилл, ты чего? О, ничего, все нормально. Вот. Что это? Это то, в чем я максимально хорош и талантлив. Я и не знала, что ты увлекаешься рисованием. Это же рисунок, да? Рисунок, который уже оценили на мировом рынке за 1,5 миллиона фунтов долларов юаней. Да? Круто. Жаль, что я в этом ничего не понимаю. Твой друг, Машенька, теперь известный художник и очень богатый, прошу заметить. Это тебе не футбол. Футбол здесь при чем? Да это я так, к слову. В общем, это все, что я хотела тебе сообщить. Где ты был? Неважно. А где Тимофей? Не видели? Да что с тобой не так? Маш, я думал, мы с тобой только что все выяснили. Что именно? Ну как же, что я талантливый художник и неприлично богат. Чего? Все потом. А раз я такой успешный парень, то и друг самый лучший. А кто сказал, что ты плохой друг? Не понял, а что здесь происходит? О, ничего, просто стоим. Эй, руки убери от нее. Будешь их распускать, получишь привет от моих футбольных ног. Маш, ты только полюбуйся, с кем ты связалась. Хулиган, грубиян. Так, стоп. Тимофей, ты с чего взял, что вправе за меня решать, кому меня можно обнять? Так я это, думал, мы же с тобой... Мы с тобой что? Мы просто друзья, вот и веди себя как друг. Съел хамло футбольное. И тебя это тоже касается. А я что? Заметь, я просто мирно стоял. Так, это что получается, мы с тобой не вместе? Нет, конечно. Да уж, вас, девочек, не разберешь. Кто это с ним? Не обращайте внимания, это у него сезонное. После финала чемпионата пройдет. Ясно. Ребят, вы не видели? А, вот она. Представляете, моя 4-летняя племянница нарисовала, просила у нас на выставке повесить. Ну, как тут
ребенку отказать. Ладно, пойду я. Художник, говоришь? Неприлично богат? It's a lie when I say that I'll be fine.